Ученица 5 класса Клеопатра Мавсисян сегодняшний день, говорит, запомнит на всю жизнь. Благодаря ее поисковому отряду при 92-й школе Октябрьского района открыли мемориал «Они сражались за Родину». 2 года назад следопыты случайно наткнулись на памятник солдату Великой Отечественной войны. Дети не только помогли реставрировать и установить монумент, но и создали мемориал. Изучали архивные документы, знают судьбу каждого солдата, имя которого высечено на звезде. Мы были у ветерана Трининой Александры Ивановны, и она показала, из ее окна был виден старый, вообще заброшенный памятник в грязи, в бутылках, в мусоре. И она сказала, что она будет рада, если мы его приведем в хорошее состояние, и мы очищали этот памятник с гордостью чуть-чуть, потому что мы знали, что мы поможем этому памятнику, и он будет у нас стоять в школе. Памятную стелу «Они сражались за Родину» установили на одном из предприятий Октябрьского района в 80-х годах прошлого века, к юбилею Великой Отечественной войне. В 90-х о мемориале забыли. Памятник мы нашли на территории автоколонны, которая расположена здесь недалеко. Дело в том, что там вели строительные работы. Тут таблицы с именами, они были мраморные, и они находились в не очень хорошем состоянии. Поэтому памятник оригинальный, а звезда, на которой высечены эти имена, это новая. Создавали новый мемориальный комплекс всем миром. Одно из городских предприятий сделало звезду с именем героев. Другие благоустроили место будущего комплекса. Открывали памятник школьники, ветераны и представители городской власти. Этот день – олицетворение духа советского российского народа. Это день, который сплотил всех нас, который уже на протяжении 75 лет показывает всему миру силу нас. Причем силу не оружия, силу не каких-то технологий, а силу именно человека. Народ, который чтит память свою, не победит никому и никогда. Сегодня мы не просто вспоминаем о войне, но и возвращаем к жизни памятник героям, который когда-то в годы СССР стоял на одном из предприятий. Поэтому спасибо вам большое, ребята, за то, что вы по-настоящему думаете о сохранении исторической памяти. Мемориал «Они сражались за Родину» стал местом не только памяти погибшим солдатам в войне с фашистской Германией, но и местом торжественных событий школы и Октябрьского района. Здесь будут принимать первоклассники, проходить выпускные вечера и отмечать государственные праздники. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.